Глава первая. Предательство. Можно кинуть камень в тигра, но не тигра в камень. Слишком мало, чтобы сесть на трон. Ой, как много ошибок ты можешь совершить. Откажись от престола добровольно, но он перейдет ко мне. Никто этого не сделает. Ты недостоин власти, а у меня еще есть время научиться. Тогда мне придется нарушить закон. Заколдовать тебя. Заколдовать? Да. Сегодня я добр. Поэтому я превращу тебя в тигра. Сына, а если он не вернется, то власть принадлежит тебе. Сын разбивается в стаю. Чую я, что ты не из наших мест. Не заставляю вас верить, но я наследный принц, обращенный в тигра и лишенный престола. Поэтому ты один скитаешься в этой провинции? Да, меня прогнали из дворца. Ты же ничему не обучен, тебе не выжить в дикой природе. Присоединяйся к нам, мы покажем тебе этот мир. Глупо будет отказываться, сочту на честь стать частью вашей стаи. Тигры не сбиваются в стаи, мы стали семьей. Глава 4. Конфуций гласит, если тигр молчит, то его лучше не перебивать. Теперь ты многое умеешь и готов продолжить свой путь в одиночестве. Он отправился в северной провинции, там, где все есть. Я был совсем ребенком и запутал места. А тигр вывел меня, и смог добраться домой. Он никогда ничем не останавливался. Я забыла эту дружбу. На 12-м годовщине превращения у него на лбу появился иероглиф со значением «Император». Пришло время вернуть себе трон. Отправляйся во дворец. Когда ты ступишь на его территорию, то обратишься в человека. Ступай. Глава 5. Возвращение. Тяжелее всего проснуться, когда ты спал. Назад, взяли мою семью. Бай-ху! Будь мой дом!